И у него... Все, знаешь этого парня, да? Да, мы у Залиева боролись. Давно занимались даже. А, ты тоже занимался, да, борьбой? Блин, представьте себе. Подумал, да? Я так понимаю, что ты сегодня отборолся больше всех. Походу, да. Походу, да, вот за термосом пришел. Это термос? Да, да. За ним и как бы заради него и боролся. Прекрасно. Но ты понимаешь, что ты сейчас в рейтинге номер один. Серьезно? Практически, да. Гордон Райан, только уровень РГСА. Нифига себе. Это круто. Меня что-то сегодня решили старпёра загонять. Я подохренел немного. Ну, 4 медали, что, плохо? Да, причем неважно, проиграл, выиграл. Что ты жрёшь, что борешься 4 суперсхватки за день? Обычно люблю вот всякие пироги с утра, хинкали, ну все, что грузины любят, короче. Все вот это. Из спортпита ничего, только творог. Я считаю, нужно запретить хинкали. Наверное, да. Спасибо. Это какой-то утешительный, да? Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Ну, знаешь, что вам еще сказать. Вы же фрикс, forever. Все соперники были примерно твоего уровня. Второй и третий соперник, это один и тот же соперник, если что. Он был, ну, как бы по поясу ниже уровня, но в целом у него там дохренища страйпов, все дела, я как понимаю, он уже должен быть пурпуром. 11 страйпов? Дохренища, наверное, 11? Да, походу, да. Может и больше. Может и 11,5. Но будешь в дальнейшем участвовать в такой штуке? Если дальше будет круче. Если будет рядом с домом, то, скорее всего, да. А то здесь живу рядом 10 минут просто. Вообще шикарно. Ну вот именно поэтому и мы сегодня сюда приехали. Мне Яндекс.Навигатор показал на такси 2,5 минуты. Круто. Поздравляю. Спасибо. Дукалису понравилось, правда? Да, я тут рядом стою, нормально. Ребят, можешь домой поехать? Давай. Ладно, ребят, счастливо всем, спасибо. Да, счастливо. До свидания.